был подписан меморандум с морским портом Наушахар о дальнейшем укреплении сотрудничества между портами Каспия, в частности портом Актау и портом Наушахар. Более того, обсуждены вопросы по созданию паритетных условий при сборах портовых. Как вы знаете, Казахстан имеет фиксированные размеры тарифов, урегулированные антимонопольным агентством, и не имеет режима национального флага, что делает наши взаимоотношения более транспарентными и удобными для всех грузоотправителей.